Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Сенку. Всем привет. Смотрите, какую прикольную вещь мы обозреваем. Это в дополнение к той бензоколонке на постапокалиптическую тему, и, по всей видимости, этот же автор. На такую же тематику сделан и этот дом. Эта постройка, это раньше был отель, и он, как видите, разрушен. Вообще. Да, его разбомбили. А может быть, там живут призраки? Леон, я не люблю призраков, иди первым. Мне, кстати, очень интересно, что как назывался отель. Вот написано «отель», а дальше типа тоже какие-то буквы были. Что за отель? Расскажите, мне интересно. А может и нет. Так, ну и что, я не буду доставать связи, мы, я думаю, не будем доставать связи, и просто пройдемся по нему внутри и посмотрим, что тут вообще нам приготовили, что Пойдем. Интересного. Это как бы, ребят, не для рубрики с секретными домами, это просто обычная постройка, поэтому будем строить. О, смотри! Поэтому наши деньги в сохранности. Наверное, да. Смотри, тут кофеварка, если это, или автомат с газировкой, или с кофе. Автомат с кофе! Давай жмем. И... Уточки! Замороженные! Забираем. Давай, забирай их всех, бедолаг. Все, забрали. Офигеть, это морозилка такая. Слушай, я думал это... Слушай, из них что, кофе делают, что ли? Это утиный кофе. Не-не-не, это... куриный суп. Не-не-не, это пиздец. Неожиданно. Ладно, я тебя понял. Так, ну смотри, тут типа раздруха, чисто вот от перфекциониста, нету здесь кубика, и кубик стоит здесь. Это ужасно, это просто отвратительно. Надо перетащить кубик. Ну-ка, а я могу форточку открыть до конца? Нет. А мы его не перетащим? Нет. Так, дальше, что у нас здесь? Это вообще какой-то, я не знаю, это какой-то потайной вход, вернее, задний вход, тут кухня как будто бы была. А это что сейчас было? Ладно. Ты бы видел, как это от моего лица. Мне хватило от своего. Просто вот смотри, как это выглядело. Давай. Я тебя понял. Бэу. Фигагон. Вот это неожиданно. О, тут есть кнопочка. Просто обалдеть, вот это весело. Вот это неожиданно. Да. И что это ты активировал? Это какая-то... Печь, слушай, это гриль. Так, я аккуратно просто стараюсь стоять, чтобы меня, если что, не дернуло. Слушай, а как она реагирует? Там ни сенсоров, ничего не видно. А может быть, они спрятаны просто? Возможно, слушай, спрятаны, не видно. Еще не видно. Обалдеть. Так, так, ну-ка, аккуратно, как по стелсу, знаешь, как... Настоящий ниндзя. Слушай, не реагирует больше. Вот это да. Слушай. Да что такое-то? Нет. Я должен это. Не реагирует больше. Не реагирует и улетел. Ой, мама. Не, ну вот эта гриль тоже прикольно, смотрите, сделана, как бы, ладно. Да боже, оставь меня в покое! Ой, слушай, я на крышу попал. Я на крыше. Ты твою мать, я не хочу туда выходить. Это очень страшно. Лев, иди ко мне и иди первым. Так, ладно, вот я здесь. Так, что там у тебя, что там? Оба, открылось. Ё-моё. Это просто какая-то... Это какой-то полтергейст. Жесть, что происходит? Что с этим местом? Мне, пожалуйста... Призраками, ты говорил, что это не так. Отель без призраков, все нормально. Налейте мне, пожалуйста, какао. Какао. И мне какао. Слушай, это просто madness house. Это какое-то неправильное какао. Вы делаете мне неправильные... Его делают неправильные пчелы. Неправильные утки. Блин, ты... Так, а это что за кнопка? Это просто реально жесть какая-то. Мне явно нравятся подобные постройки. Автор привносит какие-то жести. Я не знаю, что ты активировал, но, по-моему, здесь можно выйти. До свидания! Это выключатель. Это выключатель, это выход. Окей, хорошо, я понял. Блин, ребятки, очень интересно. Если вам нравится эта постройка, обязательно ставьте лайк. О, тут ванна перевернутая, прикинь.
А, я понял! Слушай, стой тут! Я сейчас, сейчас вернусь. И кнопочку не забудь какую-то нажимал. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. Вау! Я тут немножко не то, что я хотел сделать. Нет! Так, погоди. Это оказалось чуть сложнее, чем я думал. Надо... Вау! Есть! Все! Вау! Я не понял, что произошло. Ты ничего не нажимал, да? Нет? Но я могу отправить назад, наверное. Не знаю. Не знаю, наверное. Я ничего не нажимал. Я прям, короче, чувствую так... себя так, как будто из меня хотят что-то выжить. Ну и пузырьки такие, знаешь, вниз чисто. Да, чё? Ой. Это не, просто... я сейчас пытаюсь нажимать всё, что нажимаю. Давай. Это ванна потайная какая-то, она просто прячет того, кто купается, от тех, кто подглядывает за ним, наверное, я не знаю. Как, знаешь, если бандиты ворвутся, когда ты в ванной, просто взял, перевернулся. Так, хорошо. О, я вылез. Я вылез, хорошо. Так, ну тут наверху, кстати, тоже много чего интересного. Я не знаю, как сделать так, чтобы ты тоже сюда пришел. Тебе надо так. А я просто пойду сейчас, наверное. И подпрыгнешь так же, да? Так, давай, я за тобой наблюдаю. А-а-а! Черт! Я тоже упал. Понаблюдал, блин. Так, тебе нужно попасть, короче. Осторожнее зимой. Возле домов. С крыши может упасть Леон. Ну только не надо, я не сосулька. Воу! О! Там! А еще пятибалочка просто. Так, ага, куда дальше? Смотри, вот здесь есть унитаз. И у него есть кнопка! Я первый хотел сесть. Ааа, не успел. Давай быстрее. Сейчас, подожди. Ааа, все, я закончил. О, справа тебе раковина открылась или что-то такое. Тумбочка, да, и там кнопка. Жми. Ага. О! Капец, такая разруха кругом, и при этом какие-то... Просто дом с привидениями, ребят. Это вот по-другому никак назвать. Отель с призраками. Обалдеть. Смотри, как прикольно разбросаны останки дома. Так, сюда забираемся. Главное, стрелочки. Зачем мы идем по стрелочкам? Ни в одном фильме это хорошо предназначалось. Объясните мне, как они срабатывают? По какому принципу они вообще реагируют? Я вообще не понимаю, прикинь. Хотя-ча! Это молодец. Хотя можно было так и не выкаблучиваться, просто пройти. Ну ладно. Ну да. Так. Давай сначала зеленый. Давай, жми зеленый. Опа! Хорошо, красную теперь надо. What happened? Что? Под конец такой вот. Ира. Все, так, идем дальше, что тут кровать кусок валяется. Какое занятное приключение, не правда ли? Так. Так. H25. А, мы уже это видели, это и правда того чувака. Помнишь, на крыше, крыша проламывалась? Там было написано тоже H что-то там. И, по всей видимости, это именно от этого же автора просто. Вот ему респект большой за вот эту построечку. Окей, окей, так, давай посмотрим, что тут дальше. И здесь, судя по всему... Что произошло? Меня забрало! Привет! Не желаешь? Здрасте. Чаю! Слушай, ну тут вот еще по краям можно увидеть какую-то детскую. Смотри, это стульчик для детей, знаешь, который садят, и они кушают за ним. Да-да-да-да. Розовый такой. Короче, это явно детская была. Вот это велосипедик. А где... Походу, малыш Халка жил. Да, слушай, колеса-то, походу, кто-то это... Угнал. Скрутил. Это как анекдот, знаешь, мальчик такой в песочнице сидит, к нему наркоман такой подходит, эй, мальчик, чё ты тут сидишь? Типа, а, с велосипедом, без колес. Блин, слушай, я забыл, как анекдот звучит. Типа, мама сказала мне здесь ждать, пока колеса не отдадут. Мне б такую маму. Чё-то в таком духе, знаешь. Так, чё, ты опять упал куда-то? Я подошел к той тумбочке, где радио стоит. Ага. Меня... И что-то сработало, да? А, вон оно что. Уии! Слушай, мне казалось, мы давно уже должны были попасть на первый этаж. Хватит! Я не хочу так больше. Почему? Слушай, почему
Я, видать, что-то пропустил в обновлении, но что-то явно здесь... теперь реагирую чисто на... А, ну это и есть первый этаж, просто под этой перспективой кажется, что это нет. Это так, нет. Ну-ка, блин, я все-таки хочу взглянуть на связи. Где тут сенсор? Я как его не вижу. Как они реагируют вообще? По всей видимости, в обновлении добавили вот какую-то это... новую фишку. Что вот. Теперь механизмы могут реагировать именно на то, когда на них встаешь. Да, или просто тоже попадаешь в какую-то область. О! Так. Что случилось? Я улетел за пределы дома. А, да? Ну, всё... ну красава! Чё можно сказать? Не, мне прикололо вот это вот. Прыжки вот эти. Раз, бился нафиг. О, цель попасть в туалет, знаешь, такая. Да-да-да. Просто, знаешь, ты такой на кухне сидишь, такой... Боже, ребят, туалет на третьем этаже там! На клапан жмёт, блин, надо... Уаааа, надо быстро попасть, и тебя вот так просто отправляют. Да! А тут очередь! Занято! Аааа! Так. А там, кстати, чёрная уточка. Там чёрная уточка где? И правда, чёрт, давай не будем ей мешать, закроем. Нет, вот надо вот так закрыть всё. Закрыли. Все нормально, уходим. Ну, в принципе, что? В принципе, мы посмотрели всю постройку. Она очень круто выглядит. Опять да. На постапокалиптическую тему. Однако, смотри, здесь вот еще дверь такая, типа Don't Enter. Мне кажется, ее можно открыть, как думаешь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушай, нет, мы ее нельзя открыть. Она вот прям... прям просто, вот... типа, не входить, и туда реально нельзя войти. И туда реально нельзя войти, да. Вот. Не реагирует, ну-ка. Интересно. Вот, ну и, собственно, да, клёво, вот, и на этом, пожалуй, все. Хотя вот, смотри, я нашел сенсор, вот один сенсор, все таки есть. И он больше не сдает ничего. Так, а тут? А тут сенсор есть? Тут сенсора я не вижу. Может, они так заныканы грамотно? Может, они действительно как-то заныканы? Что, я не знаю. Мы их просто не видим, или они видят сквозь... строения, они спрятаны в стенах, фиг знает. Ну раньше они, по-моему, не могли сквозь строение видеть. Ну да. То есть там надо было, чтобы прям вплотную к нему подходить. В общем, в любом случае, ребят, если вы знаете ответ на этот загадочный вопрос этого отеля, обязательно пишите комментарии. А на этом всем пока, всем удачки, всем тортик. И подписывайтесь на каналчики, в описании есть ссылочки. Разумеется. Всем пока.